халык дин сайлаган Нурсултандын аброй атасы акку өсүп, элемге айгылы боп тарыхтын дастанына келди. Халыкка зыян келтиретин улуучулдук адет жойулсун. Бир жерден кол бир ауыздан сөз чыгарып, халкыбыздын берешин жыйжакбыз. В декабре 1991 года Шакир Абенов был специально приглашен на благословение Нурсултана Назарбаева. Аксакал от имени всего народа пожелал ему успехов в государственной деятельности. По словам известного общественного деятеля Хусмели Нуркасым, на заре независимости Шакир Абенов не случайно благословил первого президента. Ведь он всегда воспевал судьбу страны и понимал, какое значение имеет суверенитет для казахского народа. Шакир Абенов, как никто другой, понимает концепцию независимости страны, потому что он на себе испытал тоталитарный режим Советского Союза. Видел и хорошее, и плохое. Много трудностей испытал в своей жизни. Даже тюрьму видел. Независимость – многовековая мечта казахов. Она – результат героизма и отваги наших предков, которые принесли своей жизни в жертву ради свободы будущих поколений. Первый президент страны, понимая это, объявил независимость главным достоянием нашего народа, отмечает Кусмели Нуркасым. Независимость для казахского народа – особенная ценность. Наш народ был безмерно рад обретению независимости, и мы выбрали своего лидера. Символ нашей независимости – это наш Елбасы Нурсултан Назарбаев. Недаром народная мудрость гласит: «Блажен человек, получивший благословение». И это подтверждается тем, что первому президенту нашей страны удалось создать государство, уверенно смотрящее в будущее. Теперь каждый казахстанец обязан беречь достижения независимости и по мере возможности вносить вклад в процветание родной страны. Самат Секенов, Сауле Байгалиева, Бердыбек Карымбай, Султанбек Уралбеков, телеканал «Семей». В прошлом году ситуация с COVID-19 выдвинула на первый план задачу по охране здоровья населения и недопущению резкого роста заболеваемости. С этой целью для укрепления материально-технической базы медучреждений области было дополнительно приобретено 174 аппарата ИВЛ, в том числе два детских. Также для лечебных организаций Восточного Казахстана закуплено 10 рентгенаппаратов, 3 компьютерных томографа и 216 автомобилей скорой помощи. В целом, в развитие здравоохранения региона из всех источников в прошлом году было вложено 37,3 миллиарда тенге. Поблагодарив медицинское сообщество области за добросовестный труд и качественное выполнение своего профессионального долга, глава региона отметил, что в текущем 2021 году продолжится работа по дальнейшей модернизации системы здравоохранения области. В областном центре продолжится строительство специализированного центра гематологии для детей и взрослых. Мы предполагаем, что это будет введено в следующем году. Таким образом, объединив в единую систему центр гематологии, ядерной медицины, роботизированную хирургию, мы создадим мощный кластер, который положит начало не только эффективному лечению наших земляков, но и медицинскому туризму. Вместе с тем, ключевым приоритетом для руководства области остается сфера образования. Так, в прошлом учебном году для школ региона дополнительно было приобретено 34 тысячи компьютеров. В результате обеспеченность компьютерной техникой в регионе составила 4 ученика на 1 компьютер. Открыты 3 новые школы в селе Караул Абайского района, селе Акжар Тарбагатайского района и в селе Ахмирова города Усть-Каменогорск. Также будут построены новые школы в городе Семей, а именно в поселках Восточный и Степной на 1200 мест и 300 мест. Для обеспечения учебных заведений качественным педагогическим составом в области продолжится работа по повышению квалификации учителей школ. Мы приступили к новому этапу программы внедрения полиязычия и на эту программу предусмотрели 1 миллиард тенге. Вся так называемая или просто наша программа трехязычия позволила решить следующие задачи. Первое. Поднять качество преподавательских составов. Уровень преподавания учителей повысился с 14 до 89. Показатель качества знаний наших детей вырос с 20 до 53%. В этом году повышение квалификации пройдут еще 1300 учителей.
Мы также продолжаем внедрение углубленной программы создания цифровых продуктов. Не остались в стороне и вопросы социально уязвимых групп населения. Особое внимание по-прежнему будет уделяться многодетным и малообеспеченным семьям. При этом основным направлением работы остается обеспечение жильем многодетных семей, проживающих как в сельской местности, так и в городах области. Отметим, что в этом году в районах области с привлечением частных инвесторов планируется построить более 192 квартирных домов общей площадью 36 тысяч квадратных метров. Учитывая важность развития бывших районных центров, аким области Даниил Ахметов дал поручение разработать специальный план по обеспечению сельского населения достойными условиями жизни. Наша задача сосредоточиться на развитии бывших районных центров с привлечением населения из близлежащих сел, создать условия для роста реального сектора и создания новых рабочих мест. Для этого акимам районов и акиму города Семей совместно с управлением экономики поручаю сформировать пятилетнюю программу развития бывших районных центров. В ходе выступления глава региона подчеркнул, что обеспеченность населения чистой водой – важный показатель качества жизни. По итогам 2020 года обеспеченность питьевой водой сельских населенных пунктов области составила 77,4%. В текущем году планируется ввести в эксплуатацию 37 объектов водоснабжения. Кроме того, в 51 малонаселенном селе будут установлены блочно-модульные станции. Наличие хороших дорог также влияет на социальное благополучие жителей области. В транспортно-дорожную инфраструктуру Восточно-Казахстанской области за прошлый год инвестировано 88,8 миллиардов тенге. В этом году на транспортно-дорожную инфраструктуру планируется выделить 86,7 миллиардов тенге. В завершение глава региона Даниил Ахметов отметил, что главная задача в год празднования 30-летия независимости Республики Казахстан – реализовать намеченные планы, обеспечить положительную динамику роста социально-экономического развития области и способствовать улучшению качества жизни населения. Самат Сикенов, телеканал «Семей». В Семее состоялась внеочередная 30-я конференция городского филиала партии «Нур-Отан». В ней приняли участие 70 делегатов. Среди них депутаты областного и городского маслихатов, ветераны труда, предприниматели и представители общественных объединений. 30 делегатов приняли участие в работе конференции в офлайн-режиме, остальные посредством онлайн-формата. Согласно повестке дня были рассмотрены два вопроса. По первому из них депутаты проголосовали за избрание председателя городского филиала партии «Нур-Отан». Участники конференции единогласно выбрали на эту должность акима города Нурумбета Сахтаганова. Далее депутаты проголосовали за членов политсовета городского филиала партии. В ходе своего выступления аким города Нурумбет Сахтаганов выразил благодарность участникам конференции за оказанное доверие и поддержку. Также он остановился на задачах, которые предстоит реализовать в ближайшем будущем. Самое главное, по его мнению, это оправдать ожидания избирателей, воплотив в жизнь предвыборную программу партии на 2021-2025 годы. Каждое направление программы связано с социальным благополучием нашего города. Четко обозначенные цели предвыборной программы отражают тенденции и перспективы развития нашего региона в современных условиях. Программы охвачены все сферы жизни казахстанского общества. В ней сформирована политическая и социально-экономическая повестка на предстоящие пятилетия. Наша задача его реализовать согласно плану действий. С момента получения первой дозы вакцины «Спутник Ви» прошел 21 день. Такой интервал необходим, чтобы проверить действие вакцины на организм. В случае отсутствия каких-либо побочных проявлений или осложнений, вводится второй компонент, чтобы усилить и закрепить действие первой дозы вакцины. Как и 1 февраля, среди первых, кто пришел на повторный этап вакцинации, заместитель руководителя областного управления здравоохранения по Семейскому региону Думан Берикулы. У меня лично вместо инъекции была небольшая болезнь, все-таки это инъекция, первые два дня, а остальные 19 дней чувствовал себя хорошо. По городу Семей и 650 медработников наблюдалась аллергическая реакция у одного пациента. Единственным способом профилактики от данного заболевания является только вакцинация. По городу Семей вакцинация осуществляется в трех поликлиниках – номер 1, 2 и 7. В 7-й поликлинике прививаются работники станции скорой медицинской помощи и перинатального центра. В перинатального центра прошли прививку 75 медицинских работников, потому что мы относимся к группе риска. Они все привились,
и ни у кого отрицательных побочных эффектов не наблюдалось. Мы надеемся, что благодаря данной прививке мы заново вступим в тот период, когда без пандемии, без всяких ограничительных мер. Сейчас я пришла проходить второй этап вакцинации. В течение 21 дня у меня никаких изменений в организме не было и побочных эффектов тоже. Единственное, первые два дня после вакцинации как место инъекции болело. И все. В первую очередь, конечно же, вакцинацию я сделала для себя и для своих родных. Для процедуры ревакцинации отводится 19 дней. В течение этого времени планируется охватить 650 человек, которые были определены для прохождения первого этапа вакцинации. Напомним, это медицинские работники. На втором этапе, который стартует 1 марта, будут привиты педагоги общеобразовательных школ, высших и средних учебных заведений, а также работники медицинских служб. Всего на втором этапе по Восточно-Казахстанской области будут охвачены 150 человек. Сауле Байгалиева, Гульнас Каукен, Айдос Айткалиев, телеканал «Семей». Проблему очистки зимних дорог вынесли на обсуждение общественного совета города. По словам заместителя руководителя отдела пассажирского транспорта и автомобильных дорог, в нынешнем зимнем сезоне снега вывезено в 3 и даже 4 раза больше, чем было предусмотрено по тендеру. На зимнее содержание в текущем 2021 году выделено 201 миллион тенге. Это периоды, значит, с 1 января 2021 года, 1 марта. И с 1 ноября, то есть конец года ноября 2021 года по 31 декабря текущего года. Значит, внутри данных средств на вывоз снега с улиц города предусмотрено 29,5 миллионов. Это порядка из расчета стоимости 1 кубического метра 1221 тенге, порядка мы должны будем вывести 24 168 кубометров снега. Однако на данный момент, вот на 15, у нас уже вывезено более 92 тысяч кубов, что составило 112,9 миллионов тенге. Данная информация очень удивила участников заседания, ведь очистка улиц ведется крайне неудовлетворительно даже в центральной части города, не говоря уже об окраинах, отметили члены совета. Как это можно в 3 раза снег вывести? Вы как планировали-то? Ребята, вы что? В 3 раза снег? У нас количество осадков примерно ежегодно одинаково. И в этом году не больше, чем в другие годы. Найманбаева, Кабанбай-Батыра, Шакарима. Ни одна улица не очищена вообще. Мы ждем, когда мы накатаем, и потом выпускаем вот этих людей, которые долбят. Я считаю, соцобеспечение, наверное, надо отказать в этих людях. Ранее мы, тут много у нас возрастных, мы не видели этих желтых жилетов. Теперь желтые жилеты работают постоянно. Также актуальным является вопрос складирования снега. Место, выделенное для коммунальных служб, превращено в несанкционированную мусорную свалку. Если выделяются бюджетные средства на культивацию, как они осваиваются, задаются вопросом члены общественного совета. В завершении заседания участники проголосовали за принятие постановления. Согласно документу, решено рекомендовать акиму города рассмотреть вопрос качества оказываемых услуг и целевого освоения средств, выделяемых на очистку дорог, улиц и тротуаров, а депутатам принять новые правила организации вывоза снега. Сауле Байгалиева, телеканал «Семей». Это участок улицы Селевина. В этом районе расположены два детских садика, общеобразовательная школа и физкультурно-оздоровительный комплекс. Сейчас здесь заселяются два многоквартирных дома. Обеспокоенность местных жителей вызывает отсутствие на данном отрезке проезжей части дорожных знаков, регулирующих движение пешеходов и ограничивающих скорость автотранспорта. По улице Селевина нет у нас перехода. Здесь много детей ходят в школу. Пожалуйста, посодействуйте, чтобы дети наши были здоровы, ходили свободно. Должны какие-то знаки все равно быть, если рядом школа есть. Конечно, обязательно должно быть. Когда школа есть рядом, обязательно должны быть какие-то знаки перехода какие-то. Обязательно. Ну, еще сделать замечание, что дороги вроде как чистят, а такие барьеры. Если ребенок пойдет и с этого барьера соскользнет, он может разбиться и попасть под машину.
Статистика дорожно-транспортных происшествий с участием детей неутешительна. С начала текущего года уже зарегистрировано более 10 ДТП с наездом на детей, в результате которых несовершеннолетние получили травмы различной степени тяжести. За 2020 год на территории города Семей зарегистрировано 24 дорожно-транспортных происшествия с участием детей. В 2019 году на 2 факта больше, то есть 26 фактов зарегистрировано было. С начала текущего 2021 года зарегистрировано всего 15 дорожно-транспортных происшествий, среди которых 18 детей получили ранения, погибших нет. В этом году из бюджета на приобретение, установку и содержание дорожных знаков выделено 10 161 000 тенге. На настоящий момент по данному виду работ проводятся конкурсные процедуры. После определения подрядчика с ним будет заключен договор, и он приступит к выполнению взятых на себя обязательств по обновлению и содержанию дорожных знаков. При этом, по словам представителя отдела, сами местные жители и руководители социальных объектов могут обратиться с соответствующим заявлением в дорожную полицию. Надо самим руководителям данных учреждений обращаться к нам, ну, желательно, конечно, в дорожную полицию. Если есть такая необходимость, что интенсивность движения на этих участках большая, дети, как говорится, нет определенного места перехода для детей, то здесь, согласно предписанию дорожной полиции, надо обратиться туда. Они выйдут, обследуют данный участок автодороги. Если есть необходимость, то выписывают они соответствующие предписания, а мы, как местный исполнительный орган, данные предписания исполняем. Двадцативосьмилетняя Алуа – мама двух девочек. После систематических семейных скандалов девушка была вынуждена уйти из дома, чтобы не травмировать маленьких детей. Но идти оказалось некуда. Кризисного центра в городе нет. Пришлось обратиться в дом мамы. Я вначале искала кризисный центр, что помогают таким женщинам, которые некуда им идти, и с детьми не с ограниченными возрастами, потому что иногда бывают такие дома, что только с младенцами до года берут. И я не нашла, потом нашла дом мамы. Вот. Но так как возраст моего ребенка совпадает, и мы здесь живем. Но вообще хотелось бы, чтобы такой кризисный центр вообще существовал во всех городах, потому что все равно дети как-то не должны видеть этого всего. Здесь Алуа находится 1,5 месяца. Девушке помогли успокоиться психологически, оформить необходимые документы для развода и назначения алиментов. Самое главное, дочки чувствуют себя здесь в безопасности, говорит мама. И Алуа не единственная, кто нуждается в такой помощи. В доме мамы отмечают, хотя жертвы бытового насилия не совсем та целевая аудитория их проекта, здесь по возможности стараются помочь и таким женщинам, прежде всего ради их же детей. Когда идет бытовое насилие, есть риск попадания ребенка, к сожалению, в дома ребенка, в группы надежды, потому что когда идет семейно-бытовые ссоры, где есть угроза для ребенка, тогда получается, когда инспектора по делам несовершеннолетних приходят по вызову, мама в алкогольном опьянении, отец тоже в таком же состоянии, то есть получается, когда есть опасность для ребенка, конечно, его временно содержат. А где гарантия, что эта мама вернется? Сразу после Нового года в дом мамы за помощью обратились уже 7 пострадавших от насилия женщин. Как рассказывает Айнагуль Нуртазина, бывают случаи, когда после обращения в дом мамы женщины соглашаются на примирение с супругом, и семья не распадается. Это тоже результат. Главная цель – дать возможность женщине почувствовать защиту и на нейтральной территории принять взвешенное решение. Вопрос необходимости городу специального кризисного центра для оказания помощи пострадавшим женщинам и детям поднимают и органы полиции. Женщины, которые систематически подвергаются бытовому насилию, им некуда идти. По этому поводу мы неоднократно поднимали вопрос. Также проблемным вопросом в настоящее время является отсутствие специализированного помещения для самих агрессоров. С целью ограждения, получается, правонарушителя, агрессора от жертвы до рассмотрения суда, его поведение, получается, и привлечение его к ответственности, нам необходимо было бы иметь какое-либо помещение для содержания определенного времени.
По данным Управления полиции, в семье отмечается рост количества преступлений в сфере семейно-бытовых отношений. С начала года к административной ответственности уже привлечены 84 человека. Вынесено 294 защитных предписания. За их нарушение привлечены 34 лица. Сауле Байгалиева, Айдос Айткалиев, телеканал «Семей».